Вот хоть кто-нибудь мне скажет в лицо вот этот бред, я ему тогда засандалю вообще. Вот честно отвечаю. Ну я же не мог такое-то пропустить. Кто узнал, что это здесь будет? Если вдруг у вас так получилось, что вы взяли новый ствол, и на втором патроне у вас осечка, постреляйте еще 10 тысяч выстрелов и пришлите нахрен мне на info@battlestategames.com ваше видео о том, что у вас было больше 10 осечек за 10 тысяч патронов. И я лично поправлю все, вот даже вот в Инстаграме сделаю стрим, как я исправляю вашу любимую эту долбанную осечечную ситуацию. Тогда дай мне все сделать по-своему. Мы стали реже видеться. Мы стали больше ссориться. Условие, что у нас заклинит на втором патроне, очень сложно повторить, гипотетически возможно, но очень долго. Поэтому я себе это прощаю. Нет. А тем временем надо зарядиться. С собой я беру 4941 патрон, уже заряженные в магазины. Остальные боеприпасы в коробочках, но тоже с собой. Здесь ты наглядно можешь увидеть 47 магазинов по 100 патронов и 4 по 60. Дабы меньше времени тратить непосредственно в рейде, магазин я, естественно, заряжаю. Как взять с собой большее количество, я, к сожалению, не придумал. На первом этапе используются разные типы боеприпасов, но все они НАТО 5.45. Загрузившись в рейд, я не смог отказать себе в удовольствии. Так, ну первое, я не могу не попробовать побегать. Ну это потому что я такой, я как бы понимаете, ядрить, упитый ж тактикал. М-ка полная, 10 тысяч выстрелов. Рисовать не получится. Наверное, так зрелищнее. Ну, это классно, вы все время экспериментируете. Это очень ограничено количество отверстий, которые запоминает. Ура! Первая неполадка. Грустно. На каком магазине, на каком выстреле вообще? Осечка. Так, я расстрелял 1, 2, 3, 4. 8 больших, 4 маленьких. И чё дальше? Дальше больше. Второй. Тут уже разница в 2-3 магазина. Давай дальше. Третий. Next. Четыре. Давай следующий. Пять. Next one, please. Шесть. Дальше давай. Семь. Давай дальше. Восемь. Давай дальше. Девять. Давай, что там дальше? Стреляв меньше половины задуманного количества патронов, у нас осталось 21% прочности эмки остался. И 9 клинов уже есть. Он молодец. Так, дальше. Но нам нужно, чтобы было больше. Нам нужен 11 клин. Он есть. Ну, в результате, вот он меня подвел. В принципе, у меня на 10 выстрелов было по одной, по две осечки. Так что, уважаемый Буянов Никита Васильевич. Прежде всего, ты охерел. Мы ждем
стрима и исправления как минимум в офлайн режиме. И что? Видосик после стрима соберу, отправлю на указанную почту. info@battlestategames.com. Дальше. Но давайте продолжим, это уже 12-й клин. 13. Дальше. 14. Что дальше? 15. Короче, дальше. 16. Что-то я на самом деле уже устал, может все, хватит, домой уже. I need to rest a little, sorry. 17. 18. 19. Не буду потом. 20. 21. 22. 23. 24. Please, fuck off. Как бы на грани. Что с ним будет совсем скоро, мы узнаем. Внимание, вопрос. А как оружие стрелять продолжает? А, где же реализм-то? Бла-бла. Иногда реализм приходится пока завернуть. Сломано, сломано в тебе. Сколько можно терпеть уже? Еще чуть-чуть, еще немножко. Thank you.
И в этот момент я тоже устал. За 5000 выстрелов, ну или около того, у нас было 216 осечек. Я решил не вставлять это все и поберечь ваше время. Сколько мы расстреляли? Я прямо сейчас не берусь утверждать, но... Ну ты плохо, вы не подготовились. Эти... От 10 тысяч, что было 10 тысяч выстрелов, у нас осталось вот сколько. Я сделал около 5000 выстрелов. Мало. Может было, конечно, красивше их раскидать. Подсчеты были приблизительные непосредственно на стриме. Ссылочка будет в описании, если захочешь посмотреть материал целиком. Далее, для большей статистики, я попробовал сделать все то же самое с ХК. По ощущениям, осечек здесь было гораздо больше. Опять же, материал есть на стриме. Здесь не буду вставлять его целиком. Молодец, красава. Дальше, общим мозговым штурмом вместе со зрителями, мы приняли решение собрать эмку так, чтобы повреждаемость оружия была минимизирована. Для этого мы перебрали дульники и нашли топовый представитель. Износ оружия минус, то есть лучше. Далее, прошлись по стволам. 17% это прям максимум. И обратил внимание, что один из стволов не имеет характеристики увеличения износа. Тут нет этой характеристики. Куда они делись, блин? Дополнительно прошелся по ресиверам и выяснил, что Мурка – оптимальный выбор. Правда, МК выглядит как-то странно. И ты как бы такой сидишь и думаешь, вот урод! Обратил внимание на боеприпасы, которые, в свою очередь, значительно увеличивают износ. И в рамках подготовки к этому тесту решил убрать топовых представителей 995-х, у которых этот параметр за 70%. Молодец какой! Накупил Warmage, где дополнительный износ ими не придается. Хотя практика показала, что стрельба Warmage'ами так или иначе повреждает основу эмки. Перезарядил скупленные боеприпасы и убрал 995-й, чтобы они не фигурировали в рамках этого отстрела. Так что к этому тиру я подготовился гораздо лучше. Я такого качества не видел нигде. И опять же, уважаемые БСГ, почему птицы у вас бронебойные? Братан, ну извини, ну блин, ну так надо. 2,3 с одного магазина. Так, делаем шаг. Чего? Уже? Интересно. На втором магазине, хорошо. Не на втором патроне, на втором 100 патроннике первый же патрон заклинил. It's like historical moment. Здесь циферных подсчетов в левом углу я вести не стал. Наверное, потому что... А мы ленивые. Почему меня это не удивляет? Но если захочешь перепроверить, все 10 линов здесь представлены. А вот и 11-е, то, что нам и требовалось, на 31-м. Капец, они портят и ломают игру, придурки, ленивые куски говна. 57.
78. Уже расстрелял. 0-1 осталось. Девять и 60-й. Эх, не получилось. Ну, за 60 клинов мы стерли и такую эмку. Это было проблематичнее. И давайте с ХК с глушителем. Это дополнительно решил пострелять в тире, но отстреляв порядка 700 патронов, осечек не наблюдалось. То ли в тире баллистика другая, то ли это те идеальные условия, которые подразумевал разработчик, задавая этот челлендж изначально на подкасте. Но в голову многоуважаемому Буянову Никите Васильевичу я залезть не могу. Поэтому руководствовался изначальным высказыванием. Если вдруг у вас так получилось, что вы взяли новый ствол, и на втором патроне у вас осечка, постреляйте еще 10 тысяч выстрелов и пришлите нахрен мне на info.battlestategames.com ваше видео о том, что у вас было больше 10 осечек за 10 тысяч патронов. Но с другой стороны, я провел два типа отстрелов, которые наглядно и продемонстрировал. Использовал М4 в топовом обвесе на минимальную отдачу. И второй вариант на максимальное сохранение оружия. И да, несмотря на то, что я не отстрелял 10 тысяч выстрелов, ни та, ни другая М4 не выдержала и половину этого количества патронов. А полностью потеряв прочность, за один магазин 100 патронов происходило от 6 до 8 клинов, независимо от первой или второй вариации сборки. Разумеется, я ни в коем случае не настаиваю на том, что уважаемый Буянов Никита Васильевич должен провести обещанный стрим в Инстаграме. Просто мне данная задачка показалась очень любопытной. Ведь действительно, я ни разу, ни из одного оружия в Таркове не стрелял 10 тысяч раз. А мораль всей этой истории, в моей вольной интерпретации, разумеется, выглядела бы вот так. И человек, сука, старался. Поэтому, если вдруг этот чувачок сейчас нас слышит, чувачок, хорош, а? Чего сказал? Зачем? Зачем? Зачем я это делал? Ну я просто не понимаю. Всякие вот эти вот любители попостить видосы в YouTube, рассказывая про те или иные гличи, думая, что они привлекут наше внимание. Вот вы точно дебилы вообще, реально. Вот вас реально. Это какой-то извращенный ум. Полагать, что мы какие-то ленивые черти, и мы не хотим делать игру лучше. Зачем? Нет. Мы не хотим этого делать. Ваша психика нежная, она может это не воспринять должным образом, как это задумывалось. Тем более, я же знаю, вы же зрители благодарные, вам же смешно, что я говорю, я надеюсь. И, ну, это хорошо. Мы к этому всегда открыты тоже, можете писать все предложения, можете пользоваться спокойно саппортом, почтой, прям писать на саппорт. Здравствуйте, друзья, у меня есть предложение. Прости, командир. Слушая наше дыхание, буду погибать молодым. Говнарь шараб. Шараб тоже ходит там, блин, по острию ножа вообще, просто с своими клипами. А война, командир, никогда не кончится. Один раз прогнемся, потом всю жизнь нас нагибать будет. Ага, еще одно упоминание шараба. Это тоже может быть бан. Эй! Керсер! Забан! Отправляйся в вечный сон, дружище. Ожидайте, в ближайшее время вам будет выслано на электронной почте всякие письма разные. Thank you very much, guys. Have a nice day. Thank you. Родина вас помнит и не забудет. Да я не один. Я с правдой.